Всем здорово, рад приветствовать вас на канале Пивас ТВ. Меня зовут Андрей, и сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Raft. Как договорились, сегодня мы с вами испытаем вот такую штуку, пойдем по квесту. Вот. И наконец-таки уже начнем прохождение игры с самой сюжетки. Ну и думаю, пора начать. Давайте, что нам нужно для этого. Сразу не будем затягивать. Включаем. Нам нужно вон туда. 1500. А это значит, нам нужно открыть. И как-то нам нужно плыть. Вот туда вот. Ага. Все, приближаемся. Ну и тогда не будем сажать батарейку. Пошли заниматься своими делами. 832. Что там батарейку заряд показывает? Будем же здесь расширяться. Можно для дерева тоже вот тут сделать. Грядки. Кстати, грядки. Можно посмотреть. Что у нас для изготовления грядки надо? Грядка, вот они. Грязь, доска и пластик. Ох, это у нас много. Давай. Изготовить. Давай. Сюда. А чё, она такая маленькая? Сколько там квадратов надо, я не помню. Это получается один, да? Или ж как? Сколько там животному надо? Два, три. Ну давай, допустим, три. Так, и так. По-моему, три нужно. Палить, палить, палить. Блин, не поймал, где у нас? Где у нас грязь? Ой. Нас к острову, что ли, вынесло? А ну-ка. Стопэ. Бросить якорь. Давайте здесь я тогда без записи полутаюсь, или здесь как раз будет кабанчик и животные, которых можно поймать. Так, значит, у нас там, да? О! Курица! Отлично. Куда она делась? А я даже забыл. Где же еще и курица есть? Вон она. Вот и наше первое животное. Ура!
Там еще один остров. Все. Опа, яйцо снес. Давай. Яичко сразу исследуем. Где там у нас яйцо? Изучить. Целебная мазь. Научиться. Ладно, гребем. Можно сделать, конечно, еще на всякий случай весло. Весло. И веслом помочь. Давай так и сделаю. Сун-92. Давай. Сейчас уже весло сломается. Не знаю, почему это как что-то его уносит прям. Раньше можно было доплыть без всяких там проблем. То есть пару ставишь, и у тебя уже, так скажем, ветер. Так, мы почти ровно, да? Почти, чуть-чуть левее еще надо будет. Вон туда куда-то. Давай. Я не знаю, как в прошлый раз ее как-то так не донесло, что ли, или что. Как-то мимо пронеслись. Либо я просто не уследил. А в обратную сторону оно уже против ветра не пощёль. Ну, как получилось, так получилось. В любом случае. Зато теперь у нас две курицы есть. Так. Что там у нас? Давай чуть-чуть прям левее можно. Вот так вот. Чтоб прям ровно упереться. Думаю, какую на превьюшку так вот, чтобы и этих было видно. Вот, классный вид вообще. И петухов видно. Да? Так. А, сейчас нам будет якорь скинуть. Опа, бросили. Сразу надо тогда парус поднять.
Так, ну конечно, серия получится очень длинная, но местами, походу, я обрежу. Что нам нужно? Нам нужно. В принципе, по-моему, здесь раньше никого не было. Так что, ну, поехали смотреть. Так, где тут подъем-то? Что-то не вижу. Ящик. Добавлена новая заметка. Так. Заметки, ну что, будем читать? Интересно, кому сама сюжетка или нет? Ты чё? Тварин такая. Так. Здесь надо искать записки, все такое. Ну, разработчики, скорее всего, все равно поменяют. Будет меньше разговоров, меньше всего. Наш плод. А что тогда не так-то? А ну-ка. Блин, да что ж ты застрял? Ты чё? Ворует, смотри. Так. Стекло, болт, доски сюда, цукляны. Так, пожрать надо. И сохраниться, наверное, надо. Так, вот эти я пока тратить не хочу. Так, ну погнали. Пробуем еще. Да неужели попал? Так, хлам. Хлам собираем. Это надо. Так, заметки. Давайте посмотрим, что у нас за заметка. 12 декабря. Уже 2 месяца мы работаем над этими реакторами, 2 месяца мы трудимся ради спасения мира, и нам даже некому рассказать свою историю. Наши имена не важны. Нам всем дали прозвище после того, как прораб проболтался об испытательном проекте на Северном полюсе. Как будто это что-то меняет. Как будто кто-то из нас может хоть что-то сейчас изменить. Синица стала очень подозрительной после первой презентации, особенно касаемо приукрашенных деталей. Очевидно, что прототип очень далек от стабильности. Нигде не упоминается, что случилось с китайской командой, которая была до нас. Рен, по идее, был с ним. С ними, но молчит. Филин промямлил, что что-то о поломке в системе охлаждения, но прозвучало фальшиво, а я не стал на него давить. По крайней мере, мы работаем в сухом месте, а их сейчас мало осталось. А, можно было вот так даже. А предыдущее... Это... Понятно. Ладно. Все. Сюжетка началась. Пошли. Пластик. Ничего там такого интересного не заныкано. Что такое? Копье.
B2. Шкафчики не открываются. B1. Пластик. Поднять записку. Новая заметка. Поехали. Январь. Знать бы, где мы. Наш единственный ориентир – радиовышка. Вдалеке 12, 16 и 8 отказались сегодня после 3 дней испытаний. Ядро 16-го горело так сильно и быстро, что прожгло колодец. Топливные стержни уплыли в океан и будут греть еще сотню лет. Синица замеряет уровни радиации после каждого испытания. Они говорят, что будут использовать реакторы в убежищах. Мы все исправим, заверяет она. И что самое смешное, мы согласились. Мы четверо усталых книжных червей должны спасти мир. Но то, что от него останется... Февраль. Оказывается, Рен на нас настучал, и начальство взбесилось. Они узнали, что мы специально задерживали работу над 12 и 24. Да, они выбрасывали столько радиации, что светились зелеными, вашу мать. Но их забрали. Мы с Фильным, конечно, пытались бороться, но с этими вышибалами нам не тягаться. А еще забрали синицу и 8-й реактор. Рен знал, что она одна знает, как заставить их работать. Нас бросили на испытательной платформе и подорвали фундамент. Вода медленно прибывает. Фильм считает, мы должны плыть вследом за ними. Хотел бы я с ними не согласиться. Так, вот это ничего. Неактивно. Ну, пошли дальше. Там у нас что? А, вот тут можно еще подняться. Вон там можно подняться. Пошли. Помню, тут где-то пробовал, что-то у меня было такое, не мог запрыгнуть. Пластик. Тут пока такие, не особо. А вот уже со следующего, там, по-моему, даже, так, ящик, интереснее будет в плане... Вот так, это мы назад, да? В плане лута там уже и всякие движки можно будет сделать, мотор, чтобы можно было на лодке плыть. Будет остров с медведями. Вот тут вот, да. Вот тут у меня с первого раза не получалось перепрыгнуть. Так, а здесь нам, наверное, туда, да? А, нет, нет, ой-ой-ой. Да. Как я и говорил. А где? Там. С1. Ай. У него просто не всегда срабатывает, когда с разбега бежишь. Не всегда срабатывает прыжок. Или как-то его заранее, что ли, прожимать, а ты боишься, что он не прожмется. Я не знаю, как это... Оп. Все. Пластик. Тут, по идее, мы находим только... Ну, найдем там координаты, что ли. Или... Давайте я не буду спойлерить. Чтобы все было, так сказать, интересно, да?
D1, давай сюда. Я думал, сейчас все. Кранты опять упал. Так. Поднять записку. Давай посмотрим. Люди. 77551. Новые координаты. Ящик. Налобный фонарик. Записка. Давай читать, посмотрим. Если вы понимаете, что здесь написано, это еще не конец. Мы пытались выжать из двигателя максимум, но думаю, он сгорел. Мы едва доплыли до радиовышки. Филин сказал, что лодке конец, но я могу ее починить. Они далеко уплыли, но мне кажется, они направляются на Селену. Я хочу оставить это в таком месте, чтобы потом нашли. Все это случилось не из-за нас, но с нашей помощью. И я клянусь Богом, мы попробуем все исправить. Если мы туда доберемся, то отключим 12 и 24, вытащим синицу, и, может быть, я приглашу ее на свидание. А она на этот раз не посмотрит на меня, как на психа. Фильм нашел мой блокнот, но я его забрал. Надо лучше прятать. Этот маркер очень плохо стирается. Ничего, мы ее спасем. Мы должны. Сокол. Так. Ну, как начало. Можно, давайте тогда одно еще залутаем. Так, что у нас тут? Батарейка. Батарейка еще можно. Пусть работает. Водичка есть. И здесь. Так. Да, так, смотрим. Пластик. Ровно. Давай, что там у нас? Стекло. Шарниры. Металлический слиток. Чертеж. Налобный фонарик. Ну, кстати. Я не понимаю, как он работает. То ли у меня именно заглючило. Вот. Открыть. Налобный фонарик. Изучено. Давай посмотрим. Изучено. А, то есть он есть, да? Значит, по сути, чертежи мне они нахер не нужны. Ну, давай тогда. Я нахер. Правильно? Или мне его держать надо? Ладно, не буду тогда затягивать. Что там на дне? Не видно, не видели. А, в следующий раз мы с вами вбиваем новые координаты и плывем за людьми. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч. Всем спасибо. Всем пока.